Друзья, всем привет! Сегодня готовлю рисовый конверт с начинкой. Творог высыпать в емкость. Добавить сахар 1,5-2 столовые ложки, пол чайной ложки кукурузного крахмала. Грушу почистить, вынуть сердцевину. Порезать на дольки и далее на кубики. Грушу добавить в творог и все хорошо перемешать. Рисовую бумагу приготовить по инструкции. Я замачивала в теплой воде на 2-3 секунды и сразу вынимала. Рисовую бумагу выкладываю на поверхность, выкладываю на нее начинку, сворачиваю в конвертик и кладу на тарелочку. Таким образом фарширую все конвертики начинкой. На разогретую сковороду наливаем растительное масло, выкладываем конвертики. Чуть-чуть обжариваем их с каждой стороны. Жарить нужно недолго, иначе рисовая бумага будет жесткой. Выкладываем конвертики на тарелку и подаем к столу.